Здравствуйте, мои дорогие обжоры! Вы находитесь на канале Московский обжора. Сегодня 25 октября 2017 год. Московское время 11 часов 5 минут. И я для вас сегодня снова делаю обжор. А обжор я сегодня буду делать вот на такую вот ветчину. Называется ветчина из окорока. Фирма «Каждый день». Вот я уже ее вскрыл, уже до этого я половину сожрал, и вот сейчас я буду ее опять употреблять. А употреблять я ее буду вот с таким белым хлебушком. Я уже себе предварительно заварил чашечку кофе, черная карта, положил сюда 2 чайных ложки с горкой кофе, потом 2 ложки сахарного песку и где-то 2 ложки сгущенки, сгущенного молока. И вот сейчас я все это буду употреблять и наслаждаться. А вы можете сесть поудобнее и приятного всем просмотра. Поехали! Ребята, вот вы часто обсираете мои продукты, да и не только мои. Также вы других авторов оскорбляете и говорите все время, а какие, мол, некачественные, дешевые ты продукты там вы покупаете. Просто-напросто вам всем завидно. Сколько раз я вам говорил одно и то же. Я уже замучился, я уже устал повторять одно и то же, что все дело не в цене, а все дело в качестве. И не обязательно, если дорого, значит хорошо. Сколько, есть такая передача, называется «Естественный отбор». Она идет на ТВЦ. И есть такой сайт, называется «Росконтроль». Вот зайдите туда и посмотрите, сколько дорогих продуктов там у них забраковано и находится в черном списке. А вы говорите, что вот ты там что-то дешевое покупаешь. Во-первых, я покупаю разное. Я покупаю и дорогое, и дешевое. И очень часто я не вижу никакой разницы. А разница только лишь бьет по нашему карману. Да еще очень ощутимая разница. А качество порой бывает на низком уровне. Поэтому все дело только в качестве. Но ни в коем случае не в цене. И еще раз говорю, если дорого, это не значит, что хорошо. Нужно думать своими мозгами, нужно читать и выбирать. Вот и все. Так что завидуйте молча, и не нужно никого оскорблять. Так, значит, вот я уже приготовил. Надо обязательно сливочным маслом. Ну, в моем случае это спред, потому что масло сливочное – это вредно все. Я его сейчас практически не ем, потому что там холестерин. А вот спред – это полезно, там нету этих самых животных жиров. Поэтому и говорят врачи, что спред, он даже полезнее. Да, по вкусу он, конечно, хуже, чем масло сливочное. А по цене дешевле и полезное, еще раз говорю. А сливочное масло, оно не полезное, там холестерина много. Но опять же, это сколько жрать будете, если в меру, то в меру все полезно, даже яд. Даже яд из мухоморов и то полезный, но только в меру. Все нужно в меру знать. Так что не надо никого оскорблять. Тем более на моем канале. На мой канал заходят люди такие, уважаемые есть. А вы тут пишете всякую чепуху. Учите дядьку, как ему жить и что ему покупать. Вот заработаете сами, когда заработаете, тогда и будете учить. А вы еще ни копейки не заработали. А взрослого дядьку учите, как ему жить. Я и так без ваших соплей знаю, как мне жить. А то вот это не то, это не то. Да вам никогда не угодишь. Вам мил не будешь. Всем мил не будешь. Просто завидно, завидно. Ну, завидуйте молча. Так, ну вот, такая вот красота. Видите, получилось. Сейчас я буду это все употреблять, мои хорошие.
Давайте, поехали. Действительно, неплохая ветчина. Мягкая. Да, в меру соленая. Как ни странно, вот вы не поверите, я на днях брал колбасу, ветчина рубленная называется, имитатор. Она намного хуже, чем вот эта вот ветчина. Каждый день я уже этикетку снял. Вот она, этикетка, видите? Это вот намного даже лучше по вкусу, чем вот та. Хотя это подешевле. Видите, дело не в цене. Но потому что та колбаса наполовину ветчина. И вот думаю, что там больше, ветчины или колбасы. А здесь уже знаешь, есть ветчина из окорока. Да, симпатичная. Пахнет курицей, да. На вкус мягкая, нежная, очень приятная. Практически не соленая даже. А то бывает ешь, прям одна соль попадает. А можешь у меня такой просто вкус? Мне соли то, что нужно. А вам, может быть, покажется наоборот, что одна соль, например. На улице уже похолодало. Сегодня опять пасмурно. Да, запах такой есть. Куриный. Приятная, да, нежная, главное, нежная. Очень вкусно, попробуйте с кофе. Купите ветчину, любую ветчину. И сделайте себе чашечку кофе. Намажьте хлебушек маслом сливочным или спредом, как вот в моем случае. И вот попробуйте так же, как вот и я, покушать. Вам очень понравится, особенно утром. Приготовьте себе на завтрак такую же еду. Да, очень даже неплохая. Честное слово. И главное, здесь свинина еще есть. Ничего себе. Свинина все-таки и мясо птицы. Ну там свинина, наверное. Сгулькин это самое, знаете, а? Но все равно приятная вещь, а? Приятная. И что еще радует, то что здесь, то что она, видите, как, каким цветом, такая бледная, бледная, видите, блеклая. Это говорит о том, что здесь очень мало всяких красителей. А бывает купишь даже дорогую ветчину. Я бы, что я думаю, не беру, я беру, знаете, какие дорогие, и прям красная бывает, красная-красная. Вот даже вот вату, ватой вот так вот поделаешь ваткой, и прям это краска на вате остается, поэтому.
Не забывайте, ребята, про колокольчик. Обязательно кликните по колокольчику мышкой. Это надо для того, чтобы вы знали, когда на моем канале выйдут новые видео. И не забывайте подписываться на мой канал. Будет очень много интересных видео. Очень много обжоров будет. Очень много будет всяких обжоров. Поэтому подписывайтесь, советуйте мой канал своим друзьям, делитесь моими видео в социальных сетях, комментируйте, ставьте лайки. Вот я уже третий бутерброд себе сделал. Третий. Это уже моя норма, все. Хватит. Хорошего понемножку. Нужно знать тоже меру. И помните, мои хорошие, мои дорогие,